В Казахстане уже на протяжении многих лет тема развития альтернативных источников энергии остается открытой. Много разговоров, а также всевозможных инициатив по созданию в стране реально действующих предприятий, использующих в качестве источника энергии альтернативу – солнце или ветер. Однако мы по-прежнему сжигаем тонны угля и кубометры газа – наши традиционные энергоисточники. Это актуально. Здравствуйте. Традиционные, потому что дешевые. Конечно, жители частного сектора могут поспорить, мол, цены на тот же уголь каждый год растут и кусаются все сильнее. Для сравнения, в Европе, например, тонна угля стоит в среднем 40 тысяч тенге. У нас плюс-минус 15 тысяч. То есть они вынуждены были искать альтернативу. Нашли, конечно, значительно потратились, но зато теперь довольно успешно внедряют зеленые технологии в повседневную жизнь. Энергия ВИЭ недешевая. Принято считать, что можно поставить станцию и получать энергию бесплатно. Но 50 мегаватт мощности сегодня – это 50 миллионов долларов, которые нужно вернуть инвестору. Также нужно обслуживать саму станцию. Однако через 15 лет, когда пройдет окупаемость, себестоимость будет очень низкая, потому что станции не нужно топливо. В долгосрочной перспективе это выгода для государства – чистая энергия с минимальной стоимостью. Несмотря на большой колоссальный запас энергоресурсов, в Казахстане все-таки есть потенциал для развития возобновляемой энергетики. Например, южные области страны – Алматинская, Кызылординская, Жамбылская и Туркестанская – подходят для строительства солнечных электростанций и внедрения тепловой энергетики на основе энергии солнца. Впрочем, и в центральной части республики работают солнечные панели и коллекторы. Взять, к примеру, населенный пункт Арнасай – первое зеленое село Казахстана, где жители приучают к самым передовым технологиям. Применяется три вида отопления. Первый – это пиролизный котел, который тоже считается энергоэффективным. С помощью него мы экономим до 30% угля и можем сжигать уголь любого качества. И благодаря ему в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных выбросов. Второй вид – инфракрасные лампы. И третий – солнечные коллекторы. Солнечные панели помогают насосу качать воду с собственной скважины. Солнечные коллекторы обеспечивают 1000 литров горячей воды в сутки, из которых 500 литров используются на санитарные нужды, еще 500 на подпочвенный обогрев теплицы зимой. Важно, что все эти технологии работают без применения электричества. То есть это тот самый оптимальный подход к внедрению альтернативных источников энергии в нашей стране. Нет смысла полностью отказываться от традиционного угля, по крайней мере пока. Синтез – самый верный и, по мнению многих экспертов, единственный способ развивать зеленые технологии в нашей стране. Переход к зеленой энергетике, внедрение зеленых технологий – это растущий вектор глобальной экономики. Казахстан, несмотря на наличие в наших недрах огромных природных богатств, включая углеводороды, намерен активно развивать возобновляемые источники энергии. В нашей стратегии «Казахстан-2050» такие задачи поставлены. Еще один очень важный вопрос в развитии возобновляемой энергии – это нестабильность источников. Если солнце светит, то солнечная электростанция дает электричество. Если дует ветер, то работает ветровая станция. Однако, если начинается туман или стихает ветер, то выработка энергии – ноль. В такие моменты необходимо компенсировать эти потери, чтобы ближайшие дома и предприятия не остались без электричества. Для этого нужны маневренные мощности, газотурбинные станции или гидроэлектростанции, которые можно быстро запустить и получить энергию. У нас таких мощностей пока очень мало. А вот разведанных запасов нефти и газа может хватить на десятилетия, а угля на столетия. И это актуально. До встречи.